Бывает ли любовь с первого взгляда? Супруги Лоховы уверены, что бывает. Именно с первого взгляда друг на друга начались их отношения длиною в полвека. В этом году семья отметила золотую свадьбу. Отпраздновать события они решили по-особенному. Снова пойти в ЗАГС и снова признаться в любви друг к другу. Анна Монастыренко пообщалась с молодоженами. 50 лет назад, вот так же, немного волнуясь, Виктор и Тамара Лоховы впервые переступили порог ЗАГСа. Прошедшие полвека только укрепили их любовь, научили понимать друг друга с одного взгляда. Именно с этого взгляда начались их отношения. 17-летний Виктор увидел в окне дома, в который их семьи одновременно заселились, 15-летнюю Тамару. Спустя 4 года, в 1971 году, в далеком и холодном городе Ангарске они поженились и с тех пор не расставались, встретив за золотой юбилей вместе, но уже в теплом и гостеприимном Славянске на Кубани, куда семья переехала в 2011 году. Уважаемые невеста и жених, сегодня у вас замечательное событие в жизни. День, который вас объединил 50 лет назад. 50 лет – это много или мало? Много, потому что пройдена целая жизнь с переживаниями, с радостями, с опасением, счастьем, конечно, мало. Еще так хочется много успеть, помочь детям, отпраздновать какие-то юбиляры, посмотреть мир, конечно, мало. 50 лет, а в памяти все как вчера. Не каждый день можно увидеть регистрацию золотых юбиляров семейной жизни. Среди гостей этой трогательной и волнительной для всех церемонии были не только друзья и родные, но уже выросшие дети. Именно они первыми поздравили молодоженов. Поздравляю вас с вашим замечательным праздником золотой свадьбы. Спасибо вам за то, что вы подарили нам любовь, доброту, нежность, ласку. Мамочка, спасибо тебе, пожалуйста, за то, что ты всему меня научила. Пап, спасибо тебе за твой ум, за твои советы, мудрые советы. На память об этом знаменательном в их жизни событии молодоженам вручили диплом и медаль юбиляров семейной жизни. Несмотря на то, что в ЗАГС супруги Лоховы приходят уже не в первый раз, для них это было очень волнительно и значимо. Ну, всегда одни и те же эмоции. Каждый день просыпаешься и чувствую, что я рядом, что я счастлив. А счастье более, конечно. Нам очень хотелось этот юбилей отметить. Мы 25 лет отметили еще в Ангарске там. И решили здесь тоже сходить и отметить этот юбилей. Собрались все, наша родня собралась, которая здесь есть. И из Сибири приехали люди поздравить нас. Подружки. Подружки приехали. Секрет семейного долголетия супругов Лоховых кроется в любви, уважении, помощи и поддержке друг друга. Все дела и заботы они делят пополам. И последние 30 лет ни разу не ссорились. Видя, как супруги смотрят друг на друга, как общаются, понимаешь, любовь можно не только сохранить, но и приумножить. Ваш муж, он какой? Добрый, отзывчивый, внимательный. А ваша жена, она какая? Красавица. Да, самая лучшая красавица в мире. Любите и будьте любимы. И если ваша любовь прошла проверку временем, и вы снова хотите пережить волнительные моменты свадебной церемонии, приходите в ЗАГС. Здесь двери всегда открыты для любящих сердец. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».